день. Я пару дней отсутствовала на просторах Ютуба по уважительной причине. День рождения, юбилей зятя отметили довольно-таки весело. А у меня еще до этого мероприятия было, мы к брату ездили, там у Ляли был годик. Крещение и годик совмещенные. А я шито, танцуля еще та, так натанцевалась. Короче, у меня был мини-отпуск, я 2 дня отлеживалась на диване. У нас сегодня выпал первый снег. Ну как снег, погода такая, очки забыла снять. Когда погода пасмурная, плохо вижу, как сумерки. У нас сколько сейчас? 3 часа, такое впечатление, что сумерки. Короче, все, я с вами. Больше пропускать не буду. Вот такой отпуск себе делать не буду. Мне кажется, я даже за эти 2 дня поправилась. Выехали с Лолиточкой. Только встала на ноги, сразу нужно делать дела. Выехали с Лолиточкой, нам кое-что тут поделать надо. Покататься. Ушки отломала. В очках ушки отошли, отломались. Так, потеряла. У меня одно ушко тут, а второе. Ну, теперь уже буду носить так. Короче, сейчас поделаем свои дела. И опять на диван. Может быть, сегодня вечером выйдем еще покатаемся, я вам поснимаю. Все, Лолиточка идет. Все, переключимся. Мы снова вместе. Все запотело. У меня тут яйца, кофе. Каринке отварила. Она восьмятку любит. Я хочу вкрутую. Еще чуть-чуть. О, запах кофе. Так, где моя пенка? Сегодня без пенки. Еще сразу вытащила. С Кариной принимаю вот такие таблетки. Омега-3, ну, витаминки. Что нам взять? Купил, сказал, чтобы пропили. Уже где-то месяц пьем. Только позавтракаешь, опять эту плиту намывать. Постоянно у меня на кухне эта плита грязная. Постоянно. Моешь, 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 моешь. Она. Заказала суши. Сегодня будет мукбанг. Ничего не знаю. Хочется себя чем-нибудь вкусненьким порадовать. За где-то за 2 месяца сразу, как поставили, так гармошкой сделалась. Короче. Сейчас доставка, сказали, в течение часа будет. Сейчас плиту помою, раковину почищу. И будем кушать роллы. Раковина вот тоже в таком состоянии. Сейчас быстренько ее отодраю. И уже, чтоб с хорошим настроением, сядем делать мукбанг. Так. Вроде как помыли, протерли. Решетки чистила 3 дня назад, как будто 3 года не чищены. Сейчас у меня посудомойка достирается, я их, наверное, опять забрызгаю, в посудомойку закину. Что делать? Так, сейчас быстренько раковину почистим и доставка придет, я так думаю. Щеточка.
Так, сейчас вот эти вот соберу, шкарлупки от яйца, и будем чистить. Раковину отодраила, плиту помыла. Единственное, что никак не приучусь раковину чистить в перчатках. Ну, потом стараюсь руки от пемолюкса, конечно, хорошо промывать, но знаю, что это не то. Ну, ладно, ждем доставку. Доставка пиксуша. Бегу. Сразу и нога не болит, и ничего не болит. Как дело касается еды, у Нарины сразу все проходит, моментально причем. Так. Персик не гавкай. А как же я возьму доставку? Он же начнет кусать всех. Всех кусать без разбора. Только дверь открываешь, он летит кусать. Так, все, я отключаюсь, мне неудобно будет одну руку. Так. Заказали твои любимые тоже, ребята. Это острые. Это с креветкой и с креветкой еще что есть? С лососем. И с лососем, правильно, острые. Так, а здесь у нас какие? А здесь запеченные. Тоже по большому счету практически все заказывали острые. Здесь такие жареные. А лапшу с курицей дали в подарок. Лапшу с курицей дали в подарок. Сейчас я себе на тарелочку положу, какие именно я люблю. И пойдем делать мукбанг. Снимать мукбанг. Это с курочкой, это Люда, это тебе, да? Ну, напополам. Я тоже люблю. Все, увидимся в 2 часа по московскому времени. Присоединяйтесь. Наелась суши. Сушка. Ладно. Посмотрела последний влог у Инны. У Инны Судаковой. Вообще она добрая девчонка. Ответная реакция. Как ей пишут комменты, так она отвечает. Я думаю, любой бы из нас, но не в такой форме, конечно, но также огрызался бы. Потому что всему есть терпение, и всему есть границы. Потому что смотрят одни и те же, по большому счету комментируют одни и те же. И не нравится, и смотрят. Если тебе человек не нравится, ты его смотреть не будешь. Я так думаю. Потому что сейчас столько блогеров, кто нравится, тех и смотрите, да? Нет. Все Инну смотрят, все Инну любят, но выражают свою любовь каждый по-своему. Я вставлю кусочек. Я у нее заказывала рекламу где-то даже не полгода, а много раньше. Где-то 8 месяцев назад, наверное, заказывала у Инны рекламу. И нет-нет, захожу на ее стримы, но влоги смотрю. А на стримы, ну когда время бывает, почему-то у меня всегда попадается, когда я на ногтях бываю, стримы у Инны. И зашла на стрим, краем уха услышала свое имя, свой ник. Вспомнила, что ник у меня тетюля, потому что у меня ребенок так называет. И ответила по-доброму. Потому что когда к человеку с добром, и он к тебе с добром. А когда пишут такие комменты злые, естественно, она не будет цветочки и поцелучки в эфире вам назад посылать. Ответная реакция. Но Надюшка такая вот на это, за словом в карман не полезет. Было приятно, что помнит.
Все равно, когда тебе говорят приятные слова, у меня это улыбнуло. Короче говоря, Инка хорошая, добрая девочка. Кто бы что ни говорил. У меня о ней такое складывается мнение. А то, что она там ругается, то, что она такая вот за словом в карман не полезет, это ответная реакция на злые комменты. Вставлю сейчас кусочек Инны. Надеюсь, она не будет на меня за это. Конечно, надеюсь, как будто она меня смотрит. Ну ладно, вставлю кусочек, посмотрите. Я тоже люблю заниматься своими мыслями. Тетюля 74. Инна, спасибо за настроение, моя девочка. Тетюля 74. Такой милый ник. Знаете, почему тетюля? Потому что у нее маленькая племяшка. Называют ее не тетя, а тетюля.